12 марта сотрудники службы исполнения наказаний отмечают профессиональный праздник. В этом году пенитенциарному ведомству исполняется 142 года со дня образования. В 1879 году император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положив начало единой системе исполнения наказаний в России. В Смоленске события отметили торжественным мероприятием в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области. В рядах уголовно-следственной системы Смоленщины трудится более 2000 человек. Труд этот непростой. Качественное его выполнение во многом зависит от компетентности, профессиональной грамотности сотрудников, их умения действовать в экстремальных условиях. Свидетельством высокой оценки деятельности ведомства стало награждение наиболее отличившихся сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами. Ряд работников получили очередные специальные звания и ведомственные награды. Отмечена деятельность и представителей региональных СМИ. Так, диплом за лучшее освещение работы смоленского УФСИН на региональном телевидении получил Олег Соловьев, главный редактор телеканала Десна ТВ. В общем, вдохновляет то, что моя работа была оценена. Будем стараться поддерживать на должном уровне наши материалы и надеемся на дальнейшую совместную работу.